последнем матче апреля Арсенал принимал новосибирских Орлов. Впереди еще 5 майских туров. Первенство выходит на финишную прямую. И чем короче дистанция, тем меньше права на ошибку. Какой бы близко ни казалась премьер-лига, не будем делить шкуру неубитого медведя. Оружейники настраивались на победу и на реванш за фиаско в матче первого круга на поле Сибири. Однако новосибирцы достаточно крепкий соперник. У команды Бориса Стукалова, 12 лет назад работавшего в Туле, хороший подбор исполнителей. В первом тайме Арсеналу не хватало простора в атаке. Сибирь играла компактно, время от времени предпринимая острые вылазки. На 25-й минуте гости получили право на 11-метровый. Арбитр Казарцев назначил пенальти за фол Денисова на границе штрафной площади. Бомбардир Житнев не упустил шанс забить свой 16-й гол в первенстве. 0-1. С этого момента для нас стало очевидным, что матч должен развиваться по нижегородскому сценарию. В предыдущем туре в Нижнем Новгороде Арсенал, уступая по ходу встречи, вырвал победу у Волги. Тулики поспешили отыграться и едва не пропустили второй гол. На 34-й минуте Дышеков попал в перекладину. Арсенал сумел забить в раздевалку, и гол Маслова был чрезвычайно важным в психологическом плане. После перерыва характер игры изменился. Канониры прибавили в скорости, соперник уже не успевал закрывать свободные зоны. После массированной атаки Горбатенко из-за штрафной плотно приложился к мячу. 2-1. Этот момент главный тренер новосибирцев назвал переломным в матче. Исход встречи не вызывал сомнений, когда на 64-й минуте неутомимый Маслов накрутил двух соперников и выполнил прострел во вратарскую. Там Стеклов с мячом влетел в сетку ворот. 3-1. Оружейники поймали кураж, а трибуны устроили праздничную иллюминацию с помощью фонариков мобильных телефонов. Арсенал одержал вторую волевую победу подряд. С 57 мячами стал самой результативной командой лиги и сократил отставание от лидирующего «Газовика» до 8 очков.